Всем привет, ленивые мальчики и девочки, которые не могут загуглить или купить себе целиком такой комплект отверток. Кстати, ссылочка на него будет в описании. Но все же, если у вас нет $10 для набора отверток, который будет потом лежать у вас дома и не будет просить кушать, и вам нужно разобрать только ваш винт, я специально для вас делаю это видео, которая вам поможет сэкономить и без того экономную и хорошую покупку. Собственно, давайте начнем с Samsung. Прямо так вот и будем проверять вместе с вами, какая битка подойдет. А номер битки подписан очень удобно на этом наборе отверточек, который я показывал, который вы не можете себе позволить купить. Вот, Samsung. Битка называется Torx, 7 номер. Сзади у нас отвертка Philips, самая обычная маленькая отвертка Philips. Поехали дальше. Seagate. Опять-таки Torx, 7 номер. Сзади у нас отвертка Philips. Western Digital. Torx, 7 номер. И тут Torx, 7 номер. Это вообще вот для суперэкономных людей. То есть не нужно покупать две отвертки. Можно обойтись одной. Это прекрасно. Toshiba. А вот в Toshiba уже Torx, 7 номер, не подходит. Сейчас. Пятый номер немножко пошатывается. Сволочи Toshiba сделали Torx 6 номер. Ай-яй-яй-яй. Но можно, в принципе, и Torx 5. Слижите винты, слижите битку. Но если у вас есть пятерка, пробуйте пятерочкой. С этой стороны у нас отвертка Philips. Hitachi. Чувствую я Torx, 7 номер. Да, Torx, 7 номер. С этой стороны опять гады. Вот тут уже Torx, 5 номер. Вот так вот. Вот такие гады не дают сэкономить. Давайте поедем дальше по большим винтам. Hitachi. Да, для дядечек и тетечек, которые будут говорить, что я не показал ХГСТ, а показал только Hitachi, я буду слать вас нахер. Это честно. Можете обижаться. Torx 9 для Hitachi. Torx 9 для того, чтобы снять головку. И здесь, я помню, Torx 7 был с этой стороны на Hitachi. Далее, Samsung. Опять Torx номер 9. А с этой стороны у нас опять Torx номер 7. Или отвертка Philips в некоторых случаях. Вот есть Samsung старенький. Тут у нас тоже Torx номер 9. И здесь Torx номер 9. Seagate. Опять Torx номер 9. А здесь Torx номер 7. Да? Да. Подходит. Но лучше Torx номер 6. Все-таки 7 тугенько сюда идет. Итого, нам нужно запастись Torx 5, 6, 7, 9 и Philips отвертку. Или купить набор Western Digital. Девяточка опять Torx. И с этой стороны у нас девяточка Torx. Итак, считаем. Считаем, дорогие мои экономисты. Отвертка Philips
Торкс 5, 6, 7, 9. 5 отверток поштучно. Как вы думаете, что будет дешевле? И мы получим еще с вами кучу дополнительных, таких как торцевая отверточка, да, таких как, допустим, вот такая. Используется, кстати, в блоках питания, в фенах очень часто. И то есть мы с вами получаем этим набором отверток доступ, ну, ко всей технике практически. Ну, к малой технике. Думаю, что в больших каких-то, в чем-то большом, крупном, там немножко должна быть отвертка помассивнее. Все-таки не зря распределяют и делают отвертки именно вот таких форм, которых мы сами видим. Все это усилие, энергия, все это рассчитывается. Собственно, ребят, мое видео, но опять-таки найдутся дебилы, которые скажут, что я кого-то хотел этим видео обидеть, оскорбить и тому подобное. Нет, я просто, ну, поражаюсь с жадности человека, что ли. Да, я не спорю, можно пойти купить на рынок вот такую вот вообще, это называется одноразовая отвертка. И это Торкс 9. Есть точно такие же. И цена им, по-моему, 20. Ну, гораздо лучше купить уже набор готовый. Или хотя бы, как мне раньше дарил чувак один, честно, извини, если смотришь меня до сих пор, я забыл, как тебя зовут. Вот такой двухдолларовый набор на Алиэкспрессе с скудными битками. У меня отсюда одна битка потерялась, если честно. Здесь идет Торкс 9, пятерка, шестерка, что-то совсем маленькое и торцевая отвертка. То есть такие наборы тоже есть. Собственно, отвертки Philips продаются тоже там, по десятке, по пятерке, вот такие маленькие одноразовые. Моя мне досталась набора от кармана Кади. Собственно, целью этого видео не является кого-то обидеть или что-то еще. Просто вы меня уже, ребятки, честно, достали расспросами, почему я не делаю видео, какими отвертками откручивать жесткий диск, как называются эти отвертки и тому подобное. Господи, люди, ну серьезно, $10 сейчас на раз сходить в магазин, купить продукты на семью из 2-3 человек на пару дней. Все. Это вот эта цена $10 сейчас в 2019 году. Поэтому, ну, в общем, как-то так. Берегите себя. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Как всегда, обзываем, пишем гадости. Всем пока.